Вместо пальмовой ветви 8 лет тюрьмы. Новая роль Михаила Ефремова. Приговоренного к восьми годам Ефремова могут освободить уже совсем скоро. Михаил Ефремов вряд ли отсидит в тюрьме все назначенные ему судом 8 лет колонии общего режима. Скорее всего, актер сможет выйти досрочно, уверен источник в правоохранительных органах. Однако заслуженному артисту все-таки придется провести за решеткой два года и два месяца. Только после этого срока он может подать прошение на условно-досрочное освобождение УДО или рассчитывать на смягчение приговора. Пока же адвокат Ефремова Эльман Пашаев готовится обжаловать приговор служителей Фемиды. Напомним, актеру приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить компенсацию 800 тысяч рублей, которую затребовал старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова. Кроме того, артиста лишили водительских прав сроком на три года. В настоящее время Ефремова доставили в московское СИЗО номер пять «Водник», где он проведет две недели на карантине, пишет одно известное издание. Эксперты сошлись на мнении, что восемь лет колонии общего режима вполне обоснованное наказание среднего значения в таком случае не нет, добавили аналитики. Учитываются обстоятельства произошедшего. Старая статья 264 УК РФ позволяла уменьшить реальный срок, а большинство виновных в предыдущие два года получали 2-3 года тюрьмы. Прокурор просил наказание по самой высокой планке, что также неудивительно, ведь признание от артиста было получено с опозданием. С другой стороны, приговор достаточно жесткий, ведь обычно с учетом раскаяния назначают 5-6 лет тюрьмы. По части 4 статьи 264 УК РФ. Ефремов раскаялся поздно и возникают сомнения в его искренности, потому смягчающие обстоятельства не были достаточными, чтобы сделать приговор менее суровым.